В Самарканде состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. В нем принял участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлиев. Это его первый официальный визит в Узбекистан. На встрече стороны, помимо экономического сотрудничества, поддержали инициативу о проведении спартакиады стран СНГ для детей с ограниченными возможностями. Участники встречи определили спортивные столицы Содружества на ближайшие 2 года. В 2023 спартакиаду проведут в Минске, а уже в следующем она пройдет в Армении. Практически все выступающие дали высокую оценку начавшемуся председательству Кыргызстана в Содружестве независимых государств. Под председательством Кыргызстана уже состоялось заседание экономического совета СНГ 17 марта в Москве. И экономический форум Содружества независимых государств.